Всем привет! Один лаваш нарезаем не толстыми полосками. Нарезаем небольшими кусочками один помидор сорта сливка. На крупную терку натираем 70 грамм сыра, у меня сулугуни. В миску вбиваем 4 яйца. Вливаем 100 мл молока. Добавляем соль по вкусу, перемешиваем. Разогреваем сковороду с 2 столовыми ложками растительного масла. Выкладываем лаваш и убавляем огонь до минимума. Вливаем молочно-яичную смесь. Выкладываем помидоры. Посыпаем тертым сыром. Накрываем крышкой и готовим на самом маленьком огне 7-10 минут. Завтрак готов, подаем к столу. Он получается очень вкусным, нежным, с хрустящей корочкой. А вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.